50 тысяч горожан приехали посмотреть на масштабное зрелище. На территорию авиазавода, на смотровые площадки КДЦ «Рассвет», остановку обелиска и в поселок Матросово прибыло столько людей, что дорога от Стрелки до Восточного превратилась в многокилометровую и многочасовую пробку. И все это ради незабываемых эмоций от мастерства русских витязей. Четверка истребителей Су-27 продемонстрировала зрителям самые знаменитые фигуры высшего пилотажа. В группе, парами и поодиночке, на разных высотах наши летчики исполнили фирменные косые петли, колокол, фонтан, тюльпан и множество других фигур. Знаете, побывав здесь, я поняла, что Русь, Россия – мощная держава, и мы победим любого. И сейчас мне настолько поднялось это чувство патриотизма. Я думаю, что мне даже не страшно за свою Россию. Шоу получилось действительно незабываемым. Массу впечатлений получили все присутствующие. Особый восторг испытали, конечно же, дети. Понравился праздник? Да. А да. Что особенно понравилось? Что это как самолеты с сальтами летали. И, да. Это, и что это... Как он, все настоящее это было, а не как по телеку. После выступления асов зрителей ждал концерт с участием звезд российской и бурятской эстрады, а также праздничный салют. Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.